В развитие Рижского агентсканского рынка будет вложено несколько миллионов евро. Об этом сегодня заявили представители предприятия «Канцима Ела», которое получило право арендовать территорию рынка. Точная сумма пока не называется, но уже 3 августа на территории рынка возобновится торговля. Пока уличная. Заявки на торговлю подали уже более 100 торговцев. Мы, конечно, очень тщательно отнесемся к проверкам происхождения их товаров. Это в основном продовольствие, и фокус тут будет именно на продовольствии. Причем на местном продовольствии. Предположительно, через неделю уличная торговля на рынке будет вестись каждый день, кроме понедельника. А с наступлением холодов для нужды торговли обустроят временные помещения, используя каркас бывшего овощного павильона. Все это пока в главном павильоне будет идти реконструкция. Занять она предположительно может 3,5 года. 20 августа арендаторы рынка должны предоставить имущественному комитету Рижской думы программу реконструкции агентсканского рынка.